прокомментируй, что происходит. Надо ничего комментировать, просто снимать. Я снимаю. Пузыри из-под лодки. А долго снимать? Пока не вынырнет? Ну да, видно, что он там получится. Я снимаю, уже приблизила. Итак, пузыри из-под лодки идут. Там качают, оттуда дышит. Вот там плавает. Чистит лодку. По трубочке вот этой голубой. Воздух ему туда. Вот. Нет, вот он здесь. Ногами шевелит. Здесь есть он. Пузыри идут, ногами шевелит. Нормально. Главное, чтобы это не судороги. Сегодня воскресенье, Черногория, комендантский час. Комендантский час. А какой? Нельзя в другую общину выезжать. А комендантский час ночью. Сегодня нельзя выезжать в другую общину, так как все здесь находится в нашей общине. Мы ходим спокойно, машины ездят. Самое интересное, что доехать до конца аэродрома, аэропорта, и тут начинается уже другая община. И туда нам уже туда нельзя. Нам нельзя. Не знаю, как это контролируется, но мы испытывать это не будем. Магазины закрыты? Какая-то она стала. О, подожди, Пенин. О, денежку нашли. Deutsch. Deutschland. 79-й год. Прикиньте, монетку нашли. Монетос. 10 пфенингов. 79-й год. Германия. Какая восточная? Републик. Бундес. Западная. Бундес Републик. Deutschland. Раритет. Так как все магазины закрыты, как, допустим, эта идея, мы идем на заправку. И там покупаем, пиваса там что-нибудь такое, того, что может не хватить в обычное воскресенье. Иногда можно подумать, что пляжи Черногории закрыты, и никого на них нет. Но вы посмотрите, все равно кто-то здесь есть. Солнышко припекает, ваш покорный слуга стоит в футболке, и все отдыхают и смотрят на красоту. Рядом с аэропортом. Самолетов нет. Как все ждали победу. В итоге на аэродроме в аэропорту стоит 11-й самолет. А победа была отменена. Росавиация, лицензия на полеты победы была отозвана до неопределенного времени. Но мы надеемся, все ждут, черногорцы ждут. Россияне, которые проживают в Черногории, тоже ждут полетов победы. Иди сюда, иди сюда. Сюда иди. Как пеликаны кричат в Поднебесье? Надо выпить. Идем поближе. Он куда-то припарковался. И, наверное, где-то здесь ходит. Мне кажется, он в монастырь пошел. Тихо. Где он? А, вот он. О, Тим, какая прелесть. Кс-кс-кс-кс-кс. О, какая красотка. Хрена себе клюв. Обалдеть. О, чайка плывет. О, чайка орёт. Я на вас гоню его! Какая красота вообще.
красавец. Красавец ты. Обалдеть. Обалдеть, красота. Приветствую вас, друзья. Это что такое было? Тапочки? Ладно. Приветствую вас, друзья. Мы сегодня у нас прекрасный день. Вот вчера был ветер. И сегодня мы наконец-таки нашли переходник для давно валявшейся без дела байдарки. Мы ее надули. Я даже попробовал поплавать. Ну как поплавать? Просто сесть в ней. Вот такая махина досталась мне с нашей лодкой. Вот это что ли надо это одеть? Человек в тельняшке плохого не посоветует. Я такое давно не носил. Ну и хорошего. Будь здоров. Может. Давай я тебя снимаю. Облачение космонавта. Пойду я труселя одену. Что первичнее одевать? Ласты. Ага. Интересно. Это? Это на голову. О, смотри, как здорово, сразу. Отдышать чем? Сначала костюм надевается. А башка, ты за это смеешься, 60% тепла через голову. Да? Ну, 60-40 считается. Ну, как-то так вот и все было. Ты себе будешь покупать обязательно либо со шлемом, либо шлем отдельно, вот обязательно. Угу. То есть шлем отдельно тоже канает? Лучше со шлема. Но у тебя здесь какой-то мягкий он даже, я тебе скажу. Это печенка. То, что я вот трогал в этом, Луна. Ну, что-то не то трогал. Ну вот, судя по описанию, что-то показывает. А просто одевать, да, без этого? Да, без... это мокрое, только выдернуть его надо. Ага. Этот надевается легко, вот там вот в нем по спинке водичка ходит. А то, что я говорил, с открытой кожей, в нем как бы, ну он вообще как кожа. То есть он прилетает к тебе, и там несколько водички нет. Он за счет этого теплее. Так, близко. Но его надо с мылом надевать. У меня штаны есть, если посмотреть. Интересно. О, он красивше так стал, кстати. Мужественный. Теперь я буду так ходить всегда. Ну-ну-ну. И ходи. Самолет полетел.
Я почему-то думал, его полностью на голое тело одевают. Да? Я, честно говоря, не знаю, Миша-то не контролирует. Правильно одевают? А я думаю, что так? Думаю, так и надо. Сзади все равно желто, спереди красно. Потому что я рукой не дотянусь. А там длиновочка сзади специальная, ты ее под жопой ловишь? А-а-а. То есть можно, да? Как я? Как космонавт. Шлем одевай. Ботинки лучше сначала, спалишься в шлеме. А? Ботинки сначала, потому что в шлеме спалишься. Вообще сначала ноги натягивай, потом ботинки. Потому что жарко. Вот так вот? Прямо наверх? Нет, под низ. Не как ковбой. Вот так моднять. Ну только с костюма ботинки в этот. Слушай, уже жарко, кстати. Ну да. Пригревает. А я все тебе не верил. Экипировка прошла успешно. Все. Переходим к водным испытаниям. Сейчас я жене покажусь. Танечка. Какой я баскет. Так, Миша, под твою ответственность. Чего? Так если утонет, завтра же не нальете. Так, куда? Ну куда хочешь. Ладно. Ты, ну, не утонешь, во-первых, потому что он не даст тебе. Так ты ложку даже сразу надеть. Почисти. Так я вот взял. Чего так просит вырять? Ты бы шо? Подожди, ты в эти, подожди, ты в эти-то не прыгай, где веревки все. А тут везде веревки. Могу этого пендаля выдать. А надо эти очки какие-то? Он сейчас залезет, посмотрит, холодно или не холодно. Может выскочить. Ощущение будешь плавать? Буду. Я уже думал, что хоть в ноябре думал, еще не поплаваю. Оказывается, это просто восхитительно. А вот девятку потом оденешь, и вот тогда удивишься. Ты не одел грудь, да? Нет. Чтоб не утонул? Ну так и идешь. Ну тепло тебе, девица? А? Тепло тебе синее? Тепло, да. Ты меня решил весло. Ты назад. Назад. Что ты так? Так что ты не чистишь яхту? Так я испытание прошел. Ну как? Супер. Не, на самом деле. Да я реально хоть покупался. Так не надо нырять, а? Да пусть нырнет, там вода теплее. Thank you.
On your toes, don't forget to dot the I. Write a little note on your toes, don't forget to dot the I. Look at what you wrote, goodness knows, it's easy as pie.